Друзья, снова всем привет. В этом видео мы хотели бы вам показать, как пожарить куриное филе на сковородке. Куриное филе вымываем, после высушиваем его бумажными полотенцами и приступаем к маринованию. Насыпем соль, оботрем. Теперь добавим немного черного молотого перца. У нас еще есть замечательная приправа чеснок с пряными травами. Рекомендуем ее добавить. И теперь все то же самое сделаем с другой стороны. И вот таким вот образом втираем специи и соль. И оставим мясо минут на 10-15, чтобы оно замариновалось. Поджигаем конфорочку. Ставим сковородку. Наливаем масло или жир. Выкладываем филе. Накрываем крышкой и обжариваем мясо с двух сторон на среднем огне. Прошло минут 5, теперь нужно мясо перевернуть на другую сторону. Накрываем крышкой и обжариваем следующую сторону до золотистого цвета. Переворачиваем теперь мясо на другую сторону, на всякий случай перевернули. Теперь попробуем готовность мяса. Как ты считаешь, готово, нет еще? Крови нету, да. В общем, кровь не выделяется, значит, мясочка готова. Значит, мы раз перевернули на одну сторону, потом второй раз перевернули. И сейчас еще раз перевернули, накроем крышкой. Ну, еще минут пять еще раз прогоним, еще разочек, как говорится. И мясочка будет готова. Процедура эта вся занимает, ну, буквально, ну, минут 20 от силы, ребят, и все. И процесс приготовления будет завершен. Единственное, что под крышкой готовьте, чтобы кусок толстенький, чтобы мясо прожаривалось и внутри обязательно, чтобы внутри оно не было сырое. Давайте посмотрим, что же получилось с нашим мясом. Значит, смотрим вот эту сторону, переворачиваем на эту. Все замечательно, ребята. Давайте сейчас я прям посередине разрежу. Посмотрите, все отличненько, все просто замечательно. Так, давайте вот тут сейчас еще резану, чтобы вы на все 100% видите, она вся распадается отлично. Значит, она готова. Была бы сырая бы, она бы так бы себя не вела, мясо так бы себя не показывала бы в действии. Значит, ребятушки, надеюсь, вы научились жарить филеху на сковородке. Посмотрите рецепт еще, как делать филе в мультиварке, если вас заинтересует. А также не забывайте посмотреть, как вот так вот по-крутому готовить кабачки. Вот такой рецепт вы точно не делали, поэтому он скоро будет на канале. Или не скоро, ребята, но в общем он будет, я точно не знаю этот график, я уже сбился, каждый день видосы, поэтому в общем этот рецепт будет, ребятушки. И сварили картошку в мультиварке на пару, обязательно смотрим. Ребята, сейчас будем кушать все холодное, почему? Потому что нужно было сделать несколько съемок, стараемся для вас, будем сейчас употреблять так, как есть, поэтому, ребята, за то, что будем кушать холодное, поставьте нам лайк. Мы жертвуем все ради вас. Всем спасибо, всем до новых встреч, пока. Так, ребятушки, что еще сказать вам по куриной грудке, по куриному филе. Значит, мы филеху готовили уже в мультиварке на пару. Кстати, на пару получается очень прикольно. Поэтому, если у вас мультиварки еще нет, то обязательно прикупите себе мультиварочку. Если захотите взять такой же модели, как у нас Redmond RMCM38, это не реклама этой фирмы, то покупайте. Знаете, почему я вам говорю, именно озвучиваю эту модель? Потому что, ребят, мультиварки не так уж просто и готовить. Вот. Но если вы возьмете именно такую модель RMCM38, тогда вы сможете смело смотреть рецепты на нашем канале. Мы пока разобрались, как мне готовить, но реально занимает время определенно. Вот. Поэтому, в принципе, мы для вас облегчим труд. Так, ребят, все уже постывало.
А надо хоть дотянуть видео, чтоб минут 8 было. Почему? Потому что YouTube любит такие видео, которые от 8 минут. Поэтому сейчас буду кушать, наверное. Буду кушать и вместе с вами общаться. Ютубчик, ну я знаю, что... Сейчас, ребят. Я знаю, что это некрасиво, но реально подписчикам нравится смотреть на людей, которые едят. Я вот такой тренд узнал. Но когда человек сам себя снимает и ест, видите, у меня чуть по-другому, у меня тренд свой. Я ем, но вы не видите, как я ем. Ребята, все бывает, видите. Поэтому, что вам еще рассказать? Сейчас я съем. Значит, рассказать вам хочу следующее. А что я вам рассказывал? Я уже запутался, ребят. Мы уже 4 видео сразу одновременно сняли. А концовку снимаешь, рассказываешь про все. И про мультиварку, и про блендер. В общем, рассказываешь все. Сейчас, ребятушки, надо это вот съесть. Вкусно. Вкусно, ребята. Значит, рассказываешь про все, чтобы вам все понравилось. Вот так вот. Значит, попробуйте. Реально филеху приготовит, ребята. Просто обалденная штука. Ты уже пробовала филе? Нет. Давай пробуй на камеру. Все ждут, подписчики ждут, когда ты попробуешь филе. Я попробовал. Мне давай салат ты. Понравился. Салат, давай жуй на камеру. Людям нравится, как на камеру. Ты стесняешься, да? Конечно. Короче, не буду тебя снимать. Так, ребята, а я сейчас себя немножко сниму. Вот так вот, наверное. Так, оп. Ребята, просто песенка. Ну что, я тебя чуть заснял, кстати. Вот, давай. Ребята. Потом увидишь себя по телевизору. Ребята, в общем, мясо получилось просто пальчики оближите. Кстати, вот так вот если его замариновать, то можно на барбекюшнице его сделать, на металлической. Оно, в принципе, получится очень хорошо, очень вкусно. Но, единственное, на барбекю можно еще сделать один такой фокус. Можно венцом его подливать, оно будет сочнее. Но в сковородке вы, конечно, такое же не сделаете. Поэтому, ребята, нужно срочно покупать свой дом когда-нибудь. Года через 3, когда канал даст свое развитие, будем зарабатывать миллионы, станем, ребята, миллионерами, купим свой дом и покажем вам, как готовится филе на костре. Ребят, на этом все, но я не могу уже есть, хочу. Всем спасибо за просмотр. Как-то некрасиво так получается, мне стесняюсь так вот есть на камеру. Ладно, шучу, ребят. Реально, пора уже просто отвлечься от всего, сесть нормально, поесть и пойти делать монтаж этого видео. Всем спасибо, всем до новых встреч, ребят. Всем пока.